Выездное заседание Совета Федерации на тему исполнения нацпроекта «Экология» состоялось в Нижнем Новгороде. Нижегородская область – один из лидеров по привлечению финансирования в рамках нацпроекта «Экология» и участвует в ряде федеральных проектов. Когда в 2018 году по инициативе Глеба Сергеевича мы принимали стратегию развития Нижегородской области до 35 года, при формировании вопроса о том, что же самое главное и что очень важное мы не должны упустить в долгосрочном планировании, говорили, поднимались вопросы экологической безопасности, вопросы экологии, вопросы сохранения как экологических наших ресурсов. Мы прекрасно понимаем, что разные сейчас точки зрения правительства Российской Федерации относительно ресурсной обеспеченности. Как говорят, денег нет, на что-то есть, на что-то нет. Мы параллельно, естественно, работаем с правительством по реализации тех проектов, которые упомянуты в рекомендации. Но, конечно, это очень полезно сегодня обсудить статус, где возможно оказать нам содействие в дальнейшей реализации этих проектов.